Уборка урожая – один из самых важных этапов сельхозработы. Из-за непогоды жатва запаздывает, поэтому задача хлеборобов – оптимизировать все ресурсы, чтобы завершить работы вовремя и без потерь. Каждый механизатор следит за закрепленной техникой самостоятельно. Все для того, чтобы не простаивать и трудиться безопасно. Ну, с утра проходим, обслуживаем его полностью, промазываем, прогледжуем. Ну и все, заправляемся. За ходом уборочной и заготовительной компании следят и правоохранители. Создана рабочая группа, в составе которой сотрудники БЭП, охраны правопорядка и профилактики и ГАИ. Круг проверки агропромышленного комплекса широкий. От готовности техники и сохранности товарно-материальных ценностей до контроля дисциплины и вопросов безопасности дорожного движения. На сегодня в Бобруйском районе проверено уже 8 хозяйств из 9. Та техника, которая задействуется именно вот в этих работах по уборке урожая, значит, ну, достаточно в неплохом состоянии находится. Имеются рабочие моменты в каждом хозяйстве, где мы были. Ну, в основном это неисправность световых приборов, кое-где есть. Значит, имеются транспортные средства, которые эксплуатируются без технического осмотра. На этот раз в фокусе проверок СПК «Гигант». Сегодня для сельхозпредприятия наступило по-настоящему горячее время. Заготовка кормов, жатва и вспашка на перспективу. На балансе производственного кооператива больше 60 единиц техники. И какая бы она ни была, новая или старая, не отремонтируешь, не поедешь. Ремонт вот зерноуборочных комбайнов начинается у нас с того, что мы сразу не ремонтируем, не лезем, допустим, разбирать какой-то узел, менять. Мы сразу его выгоняем, запускаем, потом полностью механизмы, чтобы все работали, а потом уже начинаем смотреть, где что, слабое место в этой технике, и тогда только приступаем к ремонту. Кстати, хозяйство накануне завершило уборку озимого рапса и стало лидером по урожайности этой культуры в районе – 30 центнеров с гектара. В планах по максимуму выжать и со злаковых. На этом поле засеяно 80 гектаров озимой тритикали. Сорт «Импульс» зарекомендовал себя устойчивым к болезням, да еще плюс очень урожайным. Сегодня техника выйдет сюда в первый раз, но хозяйство уже строит амбициозные планы. Собрать 45 гектаров бункерного веса. Большие площади современные. Современная техника, уверенный в хозяйстве, поможет выйти на нужный результат. А значит, и первые тысячники не за горами. Елена Кутузова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.